1983 год с Ирана пришли пешком через границу с одной маленькой сумкой и маленькая девочка на руках. Оставили 10-месячную свою дочку в Иране к своей матери, потому что на границе было очень опасно. И после 2,5 года ее через Красного Креста привезли самолетами к нам. В Беларуси, конечно, мы вначале язык не знаем, поэтому 6 месяцев через Красный Крест учили язык и так, и потом нам отправляли простой работы. Сначала в кирпичном заводе я работала, хотя бы у меня диплом магистра художник, и у мужа тоже самое, он архитектором был, он строителем начал заниматься, и ночами до утра минус 30 градусов работал. И со временем мы могли найти свою работу. Как-то пенсия, что нам дали земля. Ну, это сейчас 2017, так получается. 15 лет там строили дома. Как-то изучаешь язык, это очень важную роль играет в жизни человека, чтобы изучать другую культуру. Мы уважаем и любим Белоруссию как родной. Я из севера Ирана, народ там, север Ирана, Каспийское море. Вот вид, кожа и отношения человеческие похожи. Белоруссия добрые и гости, любимые люди. Поэтому мы уже белорусы. Знаете, вот так.